Всем приветики, друзья. Я покажу со свою коллекцию рока дисков. Первые два диска с Элвисом Пресли. Это сборники песен. Группа Pink Floyd. Все альбомы в формате MP3. На двух дисках. Deep Purple. Iron Maiden. Metallica. Nightwish. Студийники сборник. Roxy Music. Альбом Waiting Temptation два студийника. Бокс, извиняюсь, Waiting Temptation. В этом боксе два студийных альбома группы, играющие в стиле Gothic Metal. Scorpions. Джо Кокер. Arctic Monkeys. И группа Aerosmith. Два диска. Сейчас я покажу, как выглядят диски. Элвиса Пресли. Iron Maiden. Первый Джон Диккенсона. Сборники Roxy Music и Брайана Ферри. Вот такие вот диски. Диски с Nightwish. Один сборник Баллад. Так, еще один. И один студийный альбом, ничего. Deep Purple. Дисковое издание. И друзья. Deep Purple с симфоническим оркестром. На двух дисках. Металлика на бедненьком диске. Джо Кокер на таком. Скорпион. Aerosmith на беленько. Фотография группы. И Arctic Monkeys. В основном мне, как говорили, покупают тоже их. Всем спасибо за внимание. Всем пока.